Кто, где, кого? Вот это мой клиент. Главное, столб не попасть. Куда ты лезешь в танк? Ладно. О, X2, смотри. Хорош. Просто одна ракетка X2-их. Ля, блядь, наказано. Пошла, родная. Давай только не за деревья, ладно? Уже можно. Да, убил зенитчика. БПЛАхи, да. Объясни, пожалуйста, как играть на Мардере и не сосать. Не играть на Мардере, все просто. Зачем вы играете на говне, а потом говорите, как играть на помойке и не сливаться? Надо играть на интересной технике, которая научит вас играть, а не на... Я двоих убил! Просто жесть! X3 с БПЛА, вот это повезло. Инвертированный килл. Видали как? Блять, я порвался. Смерть. На, сука. Сбил беспилотник. Лё, Криса, блядь. Беспилотники сбивают беспилотники. Сегодня потери пакетов не было. Но я из пятерочки шел, потерял один пакет. О. Не, ну это, конечно, сильно. Историчный момент. MQ-1 дрон Америки уничтожает советский P-47D. Да, историчность, вот она. Во всей красе. Пока я сейчас ему буду помогать, я, во-первых, скорость потеряю. И там, допустим, этот XM бы, он уже куда-нибудь бы приехал. Вот и встретил бы меня ближе. Я взял дрон, чтобы убить дрон, который убил меня. Охуеть, ребята. Вот это механика. Катаешься себе на СТРВшке, никого не трогаешь, да? Какую-то обиженку убиваете на дроне, ты берешь дрон, убиваешь эту обиженку. Становишься обиженкой ты. Это месть. Советский дрон уничтожает какую-то грязь американскую. Ладно, подождем. Подождем. Уже можно. А, ну ладно. Тур исчез нахуй просто. Классная игра. Механика, заебись.
Давай, ладно, ну что ты начал-то? Все, он, смотри, он уходит. Давай, 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 я в тебя верю. Давай, 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 еби его. Ля, ля, маневрирует, смотри, ля, идет как, у, сука. Давай. Она прошла мимо. Хуета, блядь. Давай, бахни его. Хорош. Больше? Нет, никто, да? Нет, кто-то стреляет, слушай. Хе-хе. Давай, Мансим. Давай, Мансим, Мансим, давай его. Киберспорт, и... давай, киберспорт реди. Давай, давай, давай. Давай, у тебя еще одна есть, я знаю. Давай, троллим зенитчика. Ну пускай ракету, что ты как девочка-то, блин. Все. Изи разрядил зенитку обычным дроном, смотри. Здорово, папаша. Кто куда, а я по съебам. Также с дрона можете метки ставить всей команде, кто не в курсе. Для этого вам нужно поставить метку для отряда. Вот. Ставите метку для отряда, потом нажимаете карту, увеличиваете карту. И ставите метку. И получается так, что видите, метка для всех есть. Так что с дрона можно и сюда накидывать. Не только отрядникам. Оп, вот так. Оп, и все, метка есть. Видите, дублировать. Ну это, конечно, костыль, но зато эту метку видят все. Чтобы я эту штуку убил. Шлеп. Что? Попадание? Серьезно? Понимаю, ну. Сколько там взрывчатки в Hellfire? Много, да. Тротил эквивалент 9 килограмм. Понимаю. Не, ну а что, классно. Классно, стильно, модно, молодежно. Он испарился. Смотри, сейчас из земли как червь вылезет. Это Дюна. Смотрели фильм? Блять, попадание. Пиздец с Hellfire. Оп. Я прям над ним летаю. Смотри, он. Это земляной червь. Все. Он залез под землю и сидит там. Как, смотрели Дюну, да? Или гробоиды какие-нибудь. Это интересно, может это гробоид обычный? Гробоид обыкновенный. Бля, какой. Опа! Такой, шо, блядь, выехал. Дрожь земли. Все, смотри, на асфальт сейчас выйдет, нормально будет. Смотри, на асфальт выехал. Все. Все, поехал на точку. Где он там сидит, блядь? Мне может... А, ну мне нарез не хватит, сука. Давай просто убьем его и все. И другого штурма. Может, типы выиграют? Я-то все равно выйду с катки. Алло, блядь! Игра! Какого хуя? Классная игра у нас, War Thunder, реалистичная. Мне нравится. Просто чел нырнул под землю, блядь, ушел и все. Все равно умрешь, блядь. Он под лоды провалился, просто под лоды. Опять эта хуйня под лоды проваливается. Давай. Не умри, пожалуйста. И не надо под лоды заезжать, сука. Ладно, по антенкам, чисто по антенкам. Антенны торчат из-под лодов. Это дымы, сука. Это дымы, это дымы. Это чистые дымы сейчас были. Вот чистые дымы.
Заебись, подлода провалился. Классный, да? Дымы, наверное, кинул. По-любому. Наверное, по-любому дымы. Просто под землю, бля, заехал, чел. Классная игра. Отличная, самое главное, результативная и киберспортивная. Мне минимум 5 киллов надо дать. Минимум 5, чтобы до ядерки дотянуть. Чтобы у меня... Точно на твоем респе никого нету. Притягивайся. Что это за говно сейчас было? Я, блядь, напугался, блин. Спугался? Нет, обосрался, блин. На меня чел дрон посадил. На меня чел дрон посадил. Я охерел, думаю, что такое вообще? Доставочка очков прилетела. Народная птичка. Так. Смотри, он пятаки крутит. Как дристер. Не знаю, что он делает. По-моему, его тараним нахуй. Эй! Давай на бок, падай. Есть. Вот это я понимаю сбитие. Достойное. Может, сейчас забомзуми вертолет. Сейчас в этот таран пойду. На, блядь! Есть пробитие! Захуярил его, блядь! Ля, красивый! Красивый, красивый! А его можно дамбо посадить? Слышать звук? Давай не падай, подожди меня. На, блядь. Еще одного заштурмил. Есть пробитие. Где он летит-то? Давай. Да ты, блядь, рофлишь надо мной, ты сесть хочешь, что ли? На, блядь. Ебать, я его сбил, нахуй. И он мне засчитался фраг, блядь. Фраг засчитался мне, еее, сука. Вон он на лоба пошел, смотри. Походу, байгайда посмотрел, как надо правильно сбивать.
Смотри, смотри. На, блядь. Ми-35 его сбил. Настоящие мужчины сбивают вертолеты вот так вот, вот. А не эти ваши там всякие попадания, туры. Вот оно. Вот так надо сбивать вертолеты.